Аэровенте 148, за ним еще один корабль. Это БДК, большие десантные корабли, предназначены для высадки десанта на Армению. За счет своих плоских низких. Вот, Оля, смотри, второй сразу же вот за этим, на котором я сражаюсь. Называется вот, да, след, не этот, этот вот, это наш, российский просто, а вот следующий вот поляк. ССВ как? Да. Нет, до ССВ. Да-да-да-да-да. Вот на нем я и служил. Это с этой стрелы на спутниковой. Это они прямо начали взять со спутниковой. Так и прилетаю на поезде большой пилот. Корабль с красными кристаллами. Енисей Плавгоспиталь предназначен был для транспортировки больных по морю. Этот корабль последний раз выходил в море, когда был доезд. Мы сейчас все через лес будем ехать долгое время. Ну что, брат, как настроение? Офигенно. Смотри, солнышко вышло. Офигенно. Просто хорошо стало. Красотища. Тепло, хорошо. Смотри, на церковь. Слава Петя, здесь просто. Ты скалу сними, слышишь? Лера, оставь эту дружку твою, оставь ее. Оставь и не трогай. Черепу скоро будет. Бабовый, чисто вкусно. Братан, попей водички. Ну что, вкус, вода. Давай, пей да, воду. Здорово. Родниковая вода. Родниковая, Крымские горы. Да, холодная. Говорят, чистая. О, посмотри. Кипр такая мягкая. Тебя зовут? Называется «Над обрывом». Ты довольна? Да. А ты? Для памяти. Все успеем закончить. А? Все успеем. Успеем, конечно. Но самое начало. Это же важно. Да, самый процесс. Да. Главный процесс. Валеркин. Валер. Привет.
Славный и уникальный по-своему город Балаклава. Слушайте, а мы на набережную не съездили. Ма, может мы успеем на набережную мотануться? Успеете. Поедете, посмотрите. На площади поставьте, Клавдия. Знаешь, где стал машина? Ой, там столько на этого. На площади не стало, проезжай по этому. Не будет. А где ты испачкалась? Не знаю. Ну, кстати. Молодцы. Подожди, у нас сегодня была сегодня скидка. Да, у нас сегодня будет, значит, лобарный. Ну, чуть-чуть. Покажи пупс. Пройти сразу. Поросенок. Это засохнет. Вот там мы сейчас учимся. Пойдем, мамы. Согнать его. Я уже снял. А кто еще раз собак боится? Ну, я с вас приехал. Я, например, другой. Ой. Да, папа, скоро его сдали. Крутая лайба, задавлю. Смертельный трюк. На козла ставлю. На козла. Ходи, Валера. Ходи. На козла! Ну что вы задерживаетесь? Сейчас поедем. Давай, ты, значит, темпи туда и темпи это самое. Обратно, потому что я бы все готова. А долго эта экскурсия с вами? Полчаса. Я скажу прямо сейчас. Лестригоны его, очерки о Балаклаве. Вот. Это очень интересно пишет. Смотрите, чем занимается шаман. Разжигает кальян. А чем еще должен заниматься шаман? Офигеть. Кроме как растопки кальяна. Уже стреляет что-то. Тебе кажется. Ничего там на самом деле не стреляет. Все тут замечательно. Воняет, кстати, реально. Да. На моей руке тьма и свет, десять капель нежности твоей, чистой, как цветы. И за гранью призрачный рассвет, жадно водящий за собой робкие следы. А когда закрою я глаза с мыслью о тебе, в темноте увижу паруса в сотне бесконечных пенных брызг, волны твои. На колени падаю в песок, выносящий свежим ветром миг юности моей. И хрустальным облакам волнам, вырвавшись из плена черных скал, вспомнит обо мне. Если хочется падать, падаешь в море.
такая есть песня. Не слышал? Давай. Не слышал. Не, ну, как бы. Мы подарим себе чужие моря, будем купаться голыми ночью. И в этом угаре на свете встретит заря, мы будем пьяные, но довольные ночи. Если хочется падать, падаешь в море, и сомнений выносит легкой волною.